Капитан Юрий Ватанабе, доклад о ситуации. Фелиция Харди, она же Черная Кошка, пропала без вести. Или мертва. Она объединила усилия с Доном Маджи и Кувалдой для шантажа главарей других семейств. А потом предала его. Он отомстил, используя украденное у Соболя оружие. Очень жестко. В результате пропали как сама Харди, так и компромат. Теперь Кувалда жаждет крови. Попытка шантажа провалилась, и он решил пойти в открытую, надеясь устранить остальных Донов силой. С этой целью он продолжает прибирать к рукам оружие, оставшееся после ухода Соболя. Мы конфисковали столько их вооружения, сколько смогли, но этого может не хватить. Банды настроены серьезно, и Нью-Йорк для них – поле боя. Но, возможно, нам все же повезло. Маджия прижали Кувалду в старой гарлемской лечебнице. Если удастся отвлечь его людей, мы сможем запустить внутрь небольшую группу и взять его живьем. У нас только один шанс, и его нужно использовать. Дела тут все хуже. По твоей команде. Хорошо. Я постараюсь их отвлечь. Готовы, господа? Паук, зацени. Мило. Не по уставу, лейтенант. Прошу прощения. Подарок от моего мелкого. Не каждый день работаешь с легендой. На этот раз. Прощай. А теперь приготовься. Да, мэм. Мы сможем. Читал в искусстве войны про отвлекающие маневры. Нет? Хорошо. Гангстерская война. Люди Кувалды против остальных сил. И я, конечно же, в этом по самые уши. Ты не с теми парнями связал! Куда делись? Поверить не могу, что Кувалда выбрал своим штабом заброшенную психушку. Хотя нет, ему подходит. Нужно отвлекать внимание на себя, пока Юрий с отрядом пытается тихо взять Кувалду. У каждого дона должно быть дурацкое прозвище. Дай подумать. Как насчет лося? Величественное животное. Может быть, тюлень? Что-то морское же подойдет. Нам нужно больше идей. Нас осталось мало. Сюрприз! Вниз! Сейчас будет больно! Нравится, а? Гангстерская война. Люди Кувалды против остальных семей. И я, конечно же, в этом по самые уши. Поверить не могу, что Кувалда выбрал своим штабом заброшенную психушку. Хотя нет, ему подходит. Нужно отвлекать внимание на себя, пока Юрий с отрядом пытается тихо взять Кувалду. Света! Нас осталось мало! У каждого дона должно быть дурацкое прозвище. Дай подумать. Как насчет лося? Величественное животное. Может быть, тюлень? Что-то морское же подойдет. Нам нужно больше идей. Забудьте про людей Кувалды! Сконцентрируйтесь на жуке! Зуболомы Кувалды дерутся против остальной магии. Это как прийти на вечеринку, где всех ненавидишь. Да.
Теперь не спрячешься! Вы давайте там мутуйте друг друга, а я со стороны понаблюдаю. Еще больше громил Маджи, больше громил Кувалды, больше бардака и беспорядка. Кажется, ни те, ни другие не собираются заканчиваться. Юрий, вы как? Подтверди ликвидацию цели. Подтверждаю, движемся. Вперед, вперед! Да, порядок. Хоть весь день могу, но вообще не хотелось бы. Отстало мало! Хватит уже про насекомых! А Тополь знает, что вы ее щиты позаимствовали! Тополь знает, что вы ее щиты позаимствовали. Ты у меня получишь! Так, я знаю одного парня, у которого щит покруче. Сейчас будет больно! Сейчас Примерно на такое я и рассчитывал. Нужно догнать Юри.
Юрий, снаружи порядок. Как твои дела? А, связь плохая. Она, наверное, сейчас в подвале. Надо бы ее догнать. О, красота-то какая. Тут поди призраки везде. Юрий, конечно, может о себе позаботиться. Но мне все это не нравится. Я должен ее разыскать. Надеюсь, тут нет туалетных привидений. Это было бы уже слишком. Наверное, не во всех старых психушках обитают духи людей, которых там замучили, но... это они совершенно точно есть. На территорию там... Во время спектакля не шуметь. Похоже, что это штаб Кувалды. Но самого Кувалды что-то не видно. И Юрий тоже. Они делали ставки на районы. На то, кто будет их контролировать, когда они покончат с Маджей. Что ж, удачи им. В Нью-Йорке любят, когда им указывают. Не нравится мне это. Нужно ей позвонить. Как бы срезать? Вдруг здесь должна быть вентиляция. Они взялись. Они пофиг. Копы повсюду. И паук тоже тут с ними. Мы их прикончим. Всех до единого. Знаешь, что там? Думаешь, мне жить надоело? Парню давно пора передохнуть. Серьезно? И еще как. Лу как-то пытался. Кувалда практически... Устраивайся поудобней. Почему она кремится? О! Да, так что хватит лишних вопросов. Я понял, я понял. Кто там? Мимо меня не пролезешь. Значит, тут никого. Попался! Тебе конец, паук! Откуда они взялись? Они пофиг! Копы повсюду! И паук тоже тут с ними! Мы их прикончим! Всех до единого! Ты знаешь, парню что? Давно пора передохнуть. Мы охраняем! Устраивайся поудобней! В нее нельзя! Серьезно? И еще как! Лу как-то пытался! И? Валда практически оторвал ему ухо. Совсем к чему она кричит. Фу. Да, так что хватит лишних вопросов. Да понял, я понял. Кто здесь? Все чисто. Вот если это голубь, то я ему башку сверну. Я на нервах.
надо расслабиться. Что за... Сита, у тебя там тихо? Ничего. Сита пропал, найди его. Надо меньше ужастиков смотреть. Кто здесь? Ничего. Вот если это голубь, то я ему башку сверну. Уже почти. Паутина! Паук где-то рядом! Эй, подсобите! Теперь остальных. Что за... Пойду гляну. Эй, давайте сюда! Так, мне не показалось. Это последний. А теперь узнаем, зачем Кувалда поставил тут такую толпу громил. Соболя. И... А что еще непонятно? Как Кувалда умудрился раздобыть это все? Тут много видеоснаряжения. Интересно, что бы про все это сказала Чудила? А это что? Выглядит слишком искусно для барахла Кувалды. Мониторы. На одном из них может быть Юрий. Нужно посмотреть. Они используют старую охранную систему. Юрий. Видишь ли, я джентльмен. Постучи, и я бы вас впустил. Нет. Ну вот надо ж было прокрадываться. Вот что мне не нравится. Правил нет. Трус! А? Раньше, конечно, все играли по правилам. Вы бьете нас, мы вас. И вы знали ваше место. Вы нас боялись. Сейчас. Вы что думаете, нас можно просто... Снова познать страх. Бросай пушку! Руки за голову! А если нет? Капитан, мне жаль. Ну, живо! А вот и он. Вот он, страх. Давай же, Юрий!
Юрий! Юрий, где ты? Юрий, ты точно в порядке? Да, мне просто нужно перевести дыхание. Давай сделаем так. Я выслежу кувалду и попробую выяснить его планы, а ты приходи в себя. Это хорошая мысль. Я должна позвонить семьям моих людей, рассказать им обо всем. Не оставляй меня в неведении. Сразу сообщай обо всем, что узнал. Обещаю. Мы остановим его, Юрий. Нет, не остановим. Мы его на части разорвем. Теперь это вопрос личных счетов. Нельзя дать кувалде гулять на воле. Я слышал, его люди частенько собираются в безымянном баре. Будет правильно начать охоту оттуда. Очередной бесценный образец нью-йоркской архитектуры был уничтожен сегодня ничем иным, как Человеком-пауком. Знавала ли Гарлемская лечебница лучшие дни? Не знаю. Совершали ли в прошлом ее врачи ужасные преступления против своих пациентов? Возможно. Означает ли это, что мы должны позволить отморозкам в спандексе носиться туда-сюда и крушить памятники нашей истории? Не думаю. Это наш долг, нет, это наша ответственность сохранять напоминания о постыдном прошлом. Потому что это и есть наш дом, Америка. Так я недавно сказал своему доктору, когда насоветовал успокоиться. Никогда! Я объясню, почему. Я уверен, что полиция вполне могла справиться с той ерундой, что случилось в психушке. Без разрушений, вызванных безумными орудиями паутиноголового бандита. Что скажешь, Нью-Йорк?
Пароль, впусти меня, баран! Неплохо. Я практиковался. Безымянный бар. Любимая рюмочная самых гнусных бандитов Нью-Йорка. Когда я был тут в последний раз, драка чуть ли не все выходные заняла. Ну а теперь у меня есть ты, мой милый дружочек. Кто-то здесь наверняка знает, что планирует Кувалда. Нужно подслушать пару разговоров. Посмотрим, что выясню. Оружие, драки и суперсилы запрещены? Не думаю, что местные посетители следуют этим правилам. Да, но я не хочу отдавать свое оружие. Слушайте, у нас такие правила. Ваше оружие будет у меня. Ясно. Но я не хочу. Хорошо, понимаю. Ладно, паука-бот. Сочувствую парню Маджей, который будет это чинить. Но я не хочу. Много постороннего шума. Нужно включить фильтр по упоминаниям Маджи и Кувалды. Как бы выделить их разговоры? Чудно. Теперь послушаем, что скажут эти превосходные джентльмены. Я рад, что мы порвали с Маджи. Кувалда – будущее города. А ты не думаешь, что это немного дико? Что? Ну это, что он делает с собой? Проект Олимп. Ненормально это. Кто бы говорил, татухи свои видел? Это другое. Ладно. Не хотелось бы делать поспешных выводов, но кажется, что отличники среди этой публики в меньшинстве. Остаться на пиво? Не, у меня бейсбол. В смысле, игру пойдешь смотреть? Не, я буду в нее играть. Городской турнир. Мы крутые. Да ну. Мама, клянусь, всегда побеждаем. Ха. Тем более, что у нас тут пиво вообще никуда не годится. Пора подслушивать. Один из этих ребят обязан знать, что планирует Кувалда. Какая группа выглядит подозрительнее других? Нужно спрятаться. Как бы выделить их разговор? See, this is the problem with you young guys. You aren't willing to go the extra mile to get the information you need by any means necessary. Come on, he said he had a wife and kids. You know, I kind of help. Дичь какая-то. Все Доны Маджи в одном и том же месте? Идиоты думают, что так безопаснее. Босс их удивит. Раздавит одним махом. Захватит контроль и выиграет войну. Ха-ха, вот тупицы. Если Кувалда покончит с Донами, то возьмет Маджию под контроль. Я должен найти их первым. Кто-то должен знать, где они. Кувалда, Маджия.
Нужно выделить их голосовые частоты. Эй, мы ведь нападаем на донов, так? А где они вообще? Ты знаешь? Не, новичок сказал, что знает. Говорит, Кувалда ему лично рассказал. Почему эта молодежь узнает все раньше нас? Пойдем-ка потрещим с ним. Надеюсь, новичок знает, где остальные доны. Давай же, парень, выкладывай. Нужно выделить их голосовые частоты. Just crying there, blubbering like a baby. Always. Yeah, I was all set to go to town on his kneecaps, but one smack and a little pinky nail. Эй, говорят, ты знаешь, где сейчас доны. Да тише ты. На самом деле, я не знаю. Ну уже колись. Еще бы, откуда тебе знать? Но я могу сказать, кто в курсе. Винни и Джина. Они сидят где-то там, ничего не рассказывают. Тоже мне новости. Винни и Джина все знают. Так что закрой-ка рот, новичок. Винни и Джина, да? Надо найти их, выяснить, что они знают. Дверь возле пинбол-машин должна вести в задние комнаты. Главное открыть. Здесь бардак какой-то. Дина! Джина? Нет, Дина! Ладно, иду я. Пропустите, я спешу. Опять щиток? Что это там такое, а? Винни и Джина. Какие... Это карта активов Кувалды. Надо к ней приглядеться. Вискарня и мастерская дадут Кувалде денег на годы вперед. Точняк. Есть! Как закончу, позвоню МДжей. Ей наверняка захочется узнать обо всем этом для репортажа о гангстерах. Так, дальше. Надо найти Винни и Джину и выяснить, где находятся Доны Маджии. Вот в чем проблема. Да, так. Я пью здесь пиво, хотя ну и по... Эй, а ты уже слышал про этот проект, Олимп? Слышь, темное дело. Но интересное. Или оказаться самоубийцей. Проект Олимп? Почему его так часто упоминают? Видимо, это Винни и Джино. Они знают о следующем шаге Кувалды. Там на столе, кажется, записи. Похоже, место хорошо защищено. Ну да, от внешней атаки. Эти кретины понятия не имеют, что у Кувалды припасено. АМ-радио? Винтаж. Твою мать! От одного избавился, теперь второй. О да, они очень удивятся. Это как день рождения, только невеселый. Значит, как 1 сентября. Побаловаться со светом? Это какого хрена? Это мой шанс. Тут что, есть эклектокоробка? Электрокоробка. Я так и сказал. Ты сказал эклектор. Звучит как собачья кличка какая-то. Моя тетка такие любит. Обожаю этих собак. Заткнись и почини свет. Доны спрятались в театре Ауэрбах. Нужно добраться туда раньше Кувалды. Молодец, паук-обот. Теперь прячься, я вернусь за тобой позже. С хорошей порцией хлорки. МДжей, это Питер. Да, ты записан в моих контактах, Пит. Не нужно говорить, что это ты. Да, логично. Слушай, я знаю, что ты работаешь над статьей о бизнесе Кувалды, и у меня для тебя кое-что есть. Да? Я смог выяснить адреса 4 предприятий Кувалды и держу пари, что они чисты, как канализация. У тебя нет денег на пари, но все равно спасибо тебе. Я сейчас займусь. Давай-ка ими лучше займусь я и передам тебе все, что найду.
Это бы очень помогло, у меня сжатые сроки. Поговорим потом. Хватило смелости выступить против Кувалды? Мне лучше проследить за ним. Да как обычно, знаешь, поучарю, человечу, а что? Просто хотел еще раз поблагодарить за первый урок. Ну, то есть я думал, что мы будем заниматься настоящим делом, но я столько нового узнал, просто поверить не могу. Пока в тебя не стреляют, это и впрямь очень здорово. И когда следующий урок? А, не знаю, Майлз, тут столько всего. Слушай, я делаю домашку, как приду. Все дела по дому тоже делаю. И я ни разу не делал ни на ком глупых данков, клянусь. Слушай, это все чудесно, Майлз. Ты молодец. Я дам тебе знать, когда освобожусь. Ладно, да, отлично, спасибо, Питер. Я создал чудовище. Чудовище энтузиаста. Спускаемся! МДжей, я добрался до той точки в Гарлеме, которую видел на карте в безымянном баре. Похоже на автомастерскую. Ах да, ну разве может быть что-то подозрительное в таком месте? Попробуй найти там что-нибудь о планах Кувалды. Так и собирался. Как что выясню, расскажу. Мне будет проще осмотреться, если я вырублю их. Ты слышал про этот проект, Оливия? Помолчи лучше! Нам не стоит об этом трепаться. Кальветти сказал, это колдовство. Мы пытаемся мертвецов оживить. Брось, это бред! Кобальт такими штуками не занимается. Босс, конечно, мощно взялся за изменения. У нас будто все новое. Немного страха, то, что нужно для уважения. Это только начало. У босса планы большие. Жду не дождусь. Кто раньше здесь рулил? Сильвер Мэйн? Боб? Кто это? Эй, парни, все сюда! Что
выпить бы сейчас. Тут паутина! Глядите в оба! Кто-нибудь, прикройте! Что за... Эй, парни, все сюда! Парни, помощь нужна? Я не очень разбираюсь в машинах, но готов учиться. Тебе жить надоело? Спрячься! За что вам босс платит, дебилы? Защитите нормальные! Костюмы и галстуки в мастерской? Надо провести с вами беседу о технике безопасности и рабочей одежде. Валите его! Знай свое место!
бьется током! Знай свое место! Как рыба в бочке. Живым его не выпускайте! Так, все, с меня хватит! Позовите сюда менеджера! Убьем его! Это был последний. Теперь посмотрим, что в кабинете. Пора оценить результат работы. Эй, МЖ, я с новостями. Что у тебя? Я нашел кое-какие записи о связи Кувалды с этим местом. И еще. Здесь какой-то зашифрованный файл. Видимо, важный, я скопировал. Посылаю тебе. Это невероятно. Спасибо, Пит. Посмотрим, что я смогу вытащить из файла.
Сегодня мы поговорим о горячей. Спускаемся! Эй, МДжей, я старый рюмочный. Тут просто орда людей кувалды. Знаешь, что они охраняют? Наверное, нечто большее, чем просроченная лицензия. Попробуй поискать что-нибудь, что прольет свет на его дела. 10-4, отбой. Говорю тебе, в жизни не видел такого роскошного места. У босса изысканный вкус. Это точно. Я слышал, что он хочет выкупить безымянный бар. Правда? Думаешь, он превратит эту дыру во что-то подобное? Может быть. Хотя, скорее, там будет просто еще один склад. Эй, мы только что забили целый склад барахлом Соболя. И будет еще больше? Голубь. А, да, гораздо больше. Босс готовится к чему-то крупному. Ага, я что-то про это слышал. Эй, проект Олив. Точку. И мы уже скоро обо всем этом узнаем. Как думаешь, когда кто-нибудь догадается, что мы отсюда распространяем фальшивые купюры? Трепись направо и налево, и это произойдет... Тут никого нет. Мы все равно закрыты. Все равно. Нельзя засветить это место, как остальные. Иначе босс нас мигом закопает. Не боись. Босс знает, как заметать свои следы. Точно. Остальные точки были не его. Да ну. Эй, попал! Человек паук. Да он не шутки шутит! Лучше убегай! Осторожно! У нас потери! Не дадите в долг! Я слегка поиздержался, мелочь найдется! Ошибся! Кувалда, кажется! Уверен, что да! Череп или просто по жизни повезло? Нет, тут...
Похоже, Кувалда собирает информацию о полицейских. О капитане Ватанабе. Юри? Ну, это Кувалде как-то особо ее выделять. Тут есть кое-какие завязки. Первой большой удачей Ватанабе был разгром наркотиков Маджии. Она вступила в полицию с одной определенной целью. Значит, ей всегда не нравилась Маджия. С чего бы? Я не знаю. Но здесь наверняка что-то личное. Думаю, нам обоим пора вернуться к делам. Мы закончили. Позовите сюда всех! Живо! Дайте-ка угадаю. За дверями еще одна рюмочная. Точно такая же, как эта. Тебе привет от босса! Жаль, что тут теперь такой разгром. Было-то симпатично.
занавес. Готово, МЖ. Кувалда занимался здесь отмыванием своих фальшивых денег и попутно устроил не вполне законное казино. Плюс нашелся еще один зашифрованный файл. Хорошая работа. Я добавлю все к своим материалам. Шикарно, МЖ, спасибо. Спускаемся! МЖ, я пробрался на склад кувалды в верхнем Иссайде. Не думаю, что он отсюда электронную торговлю ведет. Я так понимаю, народу там хватает? Да, тут прямо толпы, но ненадолго. Буду ждать от тебя информацию. Держи меня в курсе. Так и сделаем. О, что-то мне от Соблевска. Паутина! Паук где-то рядом! Эй, подсобите! Что за... Пойду гляну. Эй, подмогу сюда! Что за... Пойду гляну. Эй, посмотрите-ка там! Кто здесь?
С этим потом разберемся! Сначала убейте паука! А я-то думал, что вам этот склад нужен для хранения рукоделия кувалды! Ух ты! Какого хрена? Убьем его! Руби его! Тебе привет, охренеть! Человек-паук! Не подпускайте его к технике Соболя! Сколько нужно бандитов кувалды, чтобы украсть боевую технику у международной корпорации? Сейчас выясним! Сейчас будет больно! Что барабаньки? Потеря! Там черный паук! За ним! Выключаем. Скучно. Кажется, привиделось. Я его вижу! Человек-паук! Попался! Человек-паук! С этим потом разберемся! Сначала убейте паука! А я-то думал, что вам этот склад нужен для хранения рукоделия кувалды! Убьем его! У вас потеря! Еще разок его готов! Человек-паук! Не подпускайте его к технике Соболя! Сколько нужно бандитов кувалды, чтобы украсть боевую технику международной корпорации? Сейчас выясним! Как рыба в бочке! Yeah.
залезет на ваши костюмы! Питер, у меня новые сведения из файла. Прости! Не-не-не, это я не вам! Ладно, Кувалда просто помешался на Ватанабе. Терпеть не могу назойливых парней. Тут куча записей о переводах. Она скакала из участка в участок. Значит, Маджи, это не просто начало ее карьеры. Это и есть ее карьера. Именно. Каждый притон Маджи из закрытых городе за последние 10 лет – ее работа. Это весьма впечатляет, надо сказать. Такова Юри. Она словно гончая. Мне уже нравится. Еще бы. Спасибо за инфу, МД. Не за что. Я продолжу копаться в этом. Поговорим позже. У нас потери! Сейчас будет больно! Используйте технику Сомова, но убейте его! Может, вам отдать эти штуки людям, которые в самом деле интересуются наукой? Налегать на бандитские стереотипы. Thank you.
тебя порву! Так, теперь одним складом техники Соболя, которую Кувалда использует против меня, меньше. Тут находится куча серверов Соболя. Надеюсь, Кувалда в них еще не залез. Поразнюхиваем. Эй, МДжей. Здесь не только был склад боевой техники Соболя, но еще и хранилище их серверов. Я тут прибрался и заодно шлю еще один зашифрованный файл. Прекрасно, Пит, спасибо. Статья выходит, что надо. Рад слышать. Hey, we don't need you here right now, right? Спускаемся! МДжей, я проник в еще одно заведение Кувалды. Похоже на вискарню, но не более чем прикрытие. Я ставлю на контрабанду. Например, оружие или каких-нибудь шляп. Ты про Федоры? По-моему, это гораздо хуже, чем любое оружие. Да, скажешь тогда. Федоры, точно. Это босс хорошо придумал, конечно. Новые станки сильно облегчили нам жизнь. Проще, чем конфеты занять. Если уж тебе нужны метафоры, то мы вообще-то сами делаем конфеты. Ну да, ты понял, о чем я. В общем, мы каждый день делаем себе прибавку в 300%. Да я и не жалуюсь.
что-то это есть. Просто праздник. Тревога! Здесь Человек-паук! Бросайте стаканы и давайте деритесь! Ём на работе! Придется все рассказать кадровикам Кувалды! Не бью, гада! Касаясь земли. Человек-паук, не дайте ему уничтожить! А вы тут вечеринки устраиваете? Я бы на вашем месте устраивал! А ну давай сюда! Лучше убегай! Сломаю!
Фальшивые деньги зло, но не найдется ли у вас чуть-чуть на аренду квартиры? Так, к слову! Я сейчас от этих паров окосею. Надо добраться до офиса, пока не вырубился. Мне нужно туда попасть. Денег нет, пива нет, зато есть доказательство подделки денег. И еще один зашифрованный файл. Я тут закончил. Посылаю тебе последний зашифрованный файл. Да нет, не надо. Я уже знаю, что там будет. Правда? Кувалда не единственный, кто может засунуть свой нос, куда не просят.
Юри получала выговоры. Часто. Она полностью сосредоточилась на Кувалде и Маджии. Перестала следовать протоколу. Ситуация у нее не очень. К счастью, на ее стороне достаточно людей. Да. Слушай, Питер, это был бы материал получше, чем о бизнесе Кувалды. Мне надо его записать. Надо, знаю, знаю. Ладно. С меня причитается за файлы. И надеюсь, у твоей подруги все наладится. Спасибо, МЖ. Я тоже. Got this, Spider-Man. Thanks anyway. Нужно было просить помощь. Еще как нужно. Думаешь, мы не проедем пару кварталов? Ты видел, что тут вообще творится? Я никому не верю. Они выезжают. Буду у них на хвосте на случай, если кто-то объявится. У нас гости! Бандиты Кувалды. Вечно не в то время и не в том месте. Мне нужно защитить свидетеля. Я знаю, вам очень хочется отвести свидетеля назад к Кувалде, но боюсь, не получится. Растоптать жука и взять свидетеля! Кувалды. Вечно не в то время и не в том месте. Мне нужно защитить свидетеля. И как вы не устаете проигрывать? На вашем месте мне бы это уже давным-давно надоело. Мне так кажется. Свидетель нужен
босса живым, а паук мертвым. Хорошо задел. Вы это видели? Прибью, гада! Хуже. А вдруг где-то в городе шастают другие громилы кувалды? У нас наверняка в управлении дрон. Сменим план. Перевезем свидетеля в новое место. Паук, как идет охота? Хорошо. Я выяснил, где дроны. А ты как? Устала. Только что закончила звонки семьям. Было... трудно. Да. Трудно. Я не подведу тебя, Юрий. Не волнуйся. Так, быстрее в театр Ауэрба. Пора нянчить дронов. Только фактов Кейт Джон и Джейн. Маджия выносят бандитскую войну на улице Манхэттена. Как так вышло? Потому что никто не слушал меня, когда было время. Если бы мы очистили город. Доны должны быть внутри. Похоже, все в порядке. Было в порядке. Супер! Вот из-за таких шоу я всегда избегаю премьерных показов! Так или иначе, мы заберем Донов с собой! Я тебя по стенке разломаю! Зачем вообще стопали эти копалки? А мне надо придумать название получше. Нас стало мало! Сейчас будет больно! Знаете, если будете смотреть это дома, сэкономите кучу денег на попкорне. Меня останется. Все, кранты тебе. Хватит шутки шутить. Парни, серьезно. Оно того не стоит. Купите лучше потом онлайн. Я тебя порву! Я сейчас управляю!
Группа, отбой! Лучше потом онлайн. Ну, держитесь. Надо было это заснять. На крыше есть еще. Они заложили в здание кучу взрывчатки. Не слишком ли, ребята? Нужно расправиться с громилами и обезвредить бомбы. А у Кувалды бывают неформальные дни? В костюмах-то не разгуляешься? Хвандекс лучше! Я тебя по стенке размажу! Лучше убегай! Бомбы с таймером, надо спешить! Это что за дрянь? Жили в здании кучу взрывчатки. Не слишком ли, ребята? Нужно расправиться с громилами и обезвредить бомбы. А у Кувалды бывают неформальные дни? В костюмах-то не разгуляешься? Спандекс лучше! Бомбы с таймером. Теперь они уже на другой. А как же? Это взрывчатка. Надо шевелиться. Вам не надоедает проигрывать? Я так, к слову, обидно ведь должно быть. Подожди, Питер, нельзя позволить бомбам рвануть. Лучше убегай! Одна есть? Вторая есть? Замерли. Вниз! Да, друзья, да! Это трехочковый! Толпа ревет! Я его задел! Сами допросили! Просто загляденье! Так, теперь Донам ничего не угрожает. Но все равно надо бы зайти внутрь и проверить.
Надеюсь, Доны живы и уже ищут себе новое убежище. Парни, вам бы поработать над своей охранной системой. Да. Из-за вот этих типа танков. Очевидно. Черт, похоже, все плохо. Юрий, он ушел и забрал Донов. Что? Ты серьезно? Техника Соболя, которую он воровал. Оказывается, мы не все их игрушки видели. Ты обещал, что не подведешь меня. Сказал не волноваться. Сказал, и да, я облажался. Прости. Все, хватит. Мне это надоело. Теперь я этим займусь. Позвоню тебе, как составлю план. Черт. Отличная работа, Паук. Просто супер. Мне сегодня не до этого, чудило. Всегда есть время для движухи, особенно с участием замаскированного любимца всего Нью-Йорка в серии смертельно опасных испытаний. Ну же, я знаю, что ты хочешь повеселиться! Не испытывай их терпения. Скорее бы узнать, какой захватывающий экшен покажет нам паучок в новом сезоне. Ты знаешь, я тут веду переговоры с твоими онлайн-конкурентами. Брось, я открыла тебя миру. И если ты меня покинешь, фаны расстроятся. Просто ужас, как расстроятся. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Пока! Ладно. Я модифицировал вирус чудила, чтобы отслеживать ее расположение, когда участвую в ее шоу. Когда у меня будет достаточно сигналов, я смогу вычислить ее убежище и сделать ей подарок. Путевку в Райкерс. Действуем быстро и тихо. Сладких снов. О, какое напряжение! Бьется ли Человек-паук? Выживет ли заложник? Фаны умирают от... О, какое разочарование! Если меня заметят, заложнику конец.
Доброй ночи. Минус один! Впереди еще куча! Ну, наверное, это сойдет за снимок. О, о, не пропусти фотобомбу! О, как близко! Действуем быстро и тихо. У тебя тайм-аут. О, какое напряжение! Попадется ли Человек-паук? Выживет ли заложник? Фаны умирают от нетерпения. Вот это фотобомба, что надо! Ты посмотри! Похоже, датчики движения можно вывести из строя паутиной. Если меня заметят, заложнику конец. Пора вздремнуть. О, какое напряжение! Попадется ли Человек-паук? Выживет ли заложник? Фаны умирают от нетерпения. Вот это фотобомба, что надо! О, ну как он это не предусмотрел? О, о, не пропусти фотобомбу! Фу, какой же ты гадкий надоедок! Готов. Еще один го. Эй, Ростопаста 757, спасибо за подписку. Ха-ха-ха, сенсор снова ожил. Бот да не тот 34 говорит. Я сообщил обо всем в полицию. Ой-ой. Действуем быстро и тихо. Ты не очень наблюдателен. О, какое напряжение! Попадется ли Человек-паук? Выживет ли заложник? Фаны умирают от нетерпения. Вот это фотобомба, что надо! О, ну как он это не предусмотрел? Ты посмотри! Фотобомба! Скорее к ней! Тебя не напугал? Еще один го! Эй, Ростопаста 757, спасибо за подписку! Бот да не тот 34 говорит. Я сообщил обо всем в полицию. Ха-ха-ха! Не на ту наехал, бот! Готовься! Тебя пробьют по айпи! Не пропусти! Фотобомба, чувак! Ты вообще стараешься?
Зажги фотобомбу! Тихий час. Ты пропустил? Надо было сначала окликнуть. Можно лучше. Позволить кувал... и продолжать наращивать силы. Но его копатели легко проникнут на наши склады. Так что я распределю оставшееся снаряжение Соболя по городу. Ему придется гнаться за несколькими целями сразу. Ясно. Что от меня требуется? Защити перевозчиков. У нас будет несколько одновременных рейсов. Будь готов среагировать немедленно. Все понял. Как перевезем технику, займемся кувалдой. Не подведись. От тебя зависит все. Не нравится мне ее тон. Мне нужно будет найти время для Юри. От нее куча головной боли, но я не могу ее подвести. Посмотрим, смогу ли я подключиться к каналу полиции. Свободно. Повторяю, конвой 3. Дорога свободна. На дороге вроде чисто. Врагов не замечено. Объект номер 2 готов к приему. Так, пока все путем. Заложнику конец. Тихо, тут люди работают. Минус один, впереди еще куча. Давайте встряхнемся с помощью фотобомбы. Действуем быстро и тихо. Минус один! Впереди еще куча! Давай, ЧП, мы хотим фотобомб! О, ну как он это не предусмотрел? Отдохни, ты заслужил. Еще один го! Эй, Ростопаста 757, спасибо за подписку! Напоминаю, что завтра я устрою сеанс вопросов и ответов, так что готовьтесь! Если меня заметят, заложнику конец. Попадется ли Человек-паук? Выживет ли заложник? Фаны умирают от нетерпения. О, ну как он это не предусмотрел?
что-то... Ты хочешь спать? Так намного приятнее. Тупошняга 43 спрашивает, это настоящие пушки? Ха, продолжай смотреть и узнаешь это сам. Фотобомба! Не пропусти! Они такие милые, когда в отключке. На троечку. Надеюсь, этот псих не разочаровался во мне. Ну же, ЧП, чтобы добиться успеха, тебе нужна Немного, Майлз. Что такое? Просто, знаешь, у меня руки чешутся продолжить. Тренировки, работа над моими навыками. Да, мне очень жаль, но я так занят. Я знаю, знаю, у тебя много дел, но я подумал, может мне просто пойти с тобой? Пойти со мной? Куда? Ну да, пойти вместе на одно из заданий. Миссий, операций, или как ты это зовешь? Подраться с гадами во имя добра, ну знаешь, вот это все... Супергеройская. Мне кажется, что для этого еще слишком рано, Майлз. Но я ценю твое предложение. Почему? Видишь ли, это ведь не как в кино. Ты будешь в большой опасности. На улицах сейчас полно очень-очень злобных ребят. Но я должен учиться. Знаю. Мы что-нибудь придумаем. Обещаю. Ладно. Спасибо. Чувствую себя стариком.
нравится. Ребята, в последнее время в комментариях бардак, поэтому мои потрясные фаны отправились на улицы, чтобы выследить грязных хейтеров. Потрясные фаны теперь синоним свихнувшихся беглых бандитов. Ну-ну, нельзя дать людям пострадать. Держи его!
Идеал был близко. Середняк. Знаешь, что еще середняк? Любой обычный телеканал! На дороге. Выдвигайтесь к музейной миле. Друзья, улицы города безопаснее, чем когда бы то ни было, благодаря неустанным трудам нашего любезного Человека-паука. Ой, улицы на самом деле самой что ни на есть буквальной опасности, потому что кое-кто вынудил дегенератов этого распроклятого... Yeah!
Короче, убегай! Только не в нашу пользу! Лучше фотобомба ever! Подавись! Ты его задел! Сами напросили! Ладно, это уже показуха. Шоу такого качества никогда ни за что не принесет мне семизначный контракт! Я должен откровенно заявить, что, безусловно, способен работать над этим. Приветики! Пришло время очередного особого выпуска! Готовы? Попкорн готов? Тащите попкорн! Благодаря милому вирусу, который я запустила в твой костюм, ты можешь использовать только два гаджета, никаких читов! Придется играть по правилам. Больше я за решетку не вернусь! Я тебя раздавлю! Давай, мой гладиатор, добивай! Ты что, забыл правила? Только гаджеты! Кулаки для рубов! Используй гаджеты, ТП! Мы прием как мухи! Соберитесь уже! Что за черт? Супер! Я сделаю из этого классный стикер! Одна пуля подходит! Мы все хотим, чтобы ты показал нам хай-тек! Используй гаджеты! Ты посмотри, фотобомба! Скорее к ней! Боже, один! Почему он побежит? Я тебя раздавлю! Покажи, что можешь, паучок! О, гибко будет зацепить! Убью тебя! Пропустил! Пропусти фотобомбу!
Держитесь! Просто загляденье! Да ну брось! Постарайся, паучок, и польза будет нам обоим. И мне, и... Придется играть по правилам. Давай, мой клык, ты что, забыл правила? Только гаджеты! Кулаки для нубов! Используй гаджеты, Кипэн! Это было круто! Большой буквы «К»! Не дергайся! Подбавим огоньку! Ты что, специально пропустил фотобомбу? Ты что? Я сейчас заплачу! Покажи, что можешь, паучок! Вечно я не дорабатываю. Ну же, ЧП, чтобы добиться успеха, тебе нужна целеустремленность. Тебе понравится. Ты же любишь про криминал. Да, но этот криминал и так слишком близко ко мне подобрался. Она правда Готово. Код, который я встроил в вирус Чудилы, смог собрать достаточно данных, чтобы наконец ее выследить. Попалась. Эй, я твой фанат. Знаете, что обычно я не поливаю грязь в руки. Что такое автор контента? Это чушь собачья, Джаред. Если сложить два бессмысленных слова, то получится одна бессмысленная фраза, Джаред. Это транслируется?
Ладно, тогда, наверное, я просто прихвачу... Какого... Видел бы ты свое лицо! Тебя тут нет, мог бы и догадаться. Мило, что ты решил поковыряться в моем коде, но неужели ты думал, что я, королева мимасов, так легко дам себя поймать? Ну да, надеялся. Лол, ЧП! Да, я твоя фанатка номеро уно. Но если мы начнем сейчас коллаборацию в реале, то что останется на третий сезон? Может, ничего? Не будь занудой. Уверена, скоро встретимся. Наслаждайся тусовкой, ЧП! Какой тусовкой? Теперь это наш город! Приземлите его! Как вы вообще смотрите чудилу в тюрьме? Попробуй на мне! Сделать синхронный логаут. Твоих
Похоже, на какое-то время чудило отстало. Мне нужно понять, как ее выследить. Иначе она начнет взрывать не только интернет-рейтинги. We don't need you here right now, all right? Получил. Что, нечего? Всем машинам остерегайтесь вооруженных налетчиков по пути следования. Вооруженные? Ненадолго. Нужно убрать снайперов и защитить конвой. Защищайте груз! Снайперы уже прицеливаются. Надо шевелиться. Можешь подождать во сне. Снова в порядке. Человек-паук убрал снайперов! Поехали! По всему пути расставлены снайперы. И им ничто не мешает. Опережу конвой и расчищу путь. А как снайперы? Стоим, пока путь не расчистят! Кувалда не должен наложить лапы на все это оружие и технику Соболя. Мне необходим отдых. Найти, подойти и двинуть по башке. Что может быть проще? Путь свободен, вперед! И почему типы вроде Кувалды вечно хотят драться? Наверное, в детстве ему сыску не давали или типа того. Который сливает ему маршруты конвоев. Нельзя дать им забрать технику. Береги! Еще больше... Да ладно, буду звать их ковырятелями. Отныне это будет их имя. Берегись! Новый танк! Хорошо охраняешь, но есть замечание. Там выше! Thank you.
Теперь копы защитят технику Соболя. Всем постам! Возле резиденции мэра опасная ситуация! Нечто! Выползает из-под земли! Немедленно нужна поддержка! Повторяю, нужна поддержка! Вот тебе и все чисто. Мне пора. Похоже, что Кувалда объявил полиции войну, и Юри погрузилась во что-то с головой. Я знаю, она беспокоится о своих людях, но ей не стоит брать всю ответственность на себя. Сказал тот, кто всегда берет всю ответственность на себя. В тюрьме. У них что, ковырятели не кончаются? Валите его! Бегают с техникой Соболя. Нельзя так подставлять Юрия. Я смогу. Я справлюсь. Они уходят. Еще одна, быстрее!
время для пит-стопа. Еще разок, он готов! Давно не виделись. Юрий, ты вовремя. Я только что... Нет, здесь. Кувалда хотел тебя отвлечь, и ему удалось. Юрий! Вернись! Скорей! Нет, нет! Подготовьте первую очередь и проследите, чтобы медики знали, с чем... чем им придется иметь дело. Это была уловка, чтобы отвлечь меня от настоящей цели Кувалды. Надо звонить Юре. Зачем он вообще напал на участок? Всю технику Соболя ведь вывезли. Похоже, Юрий в порядке. Физически, по крайней мере. Она, конечно, крепкая, но у всех есть свой предел. Я должен был быть тут. Он точно знал, что ему нужно. Только забрать ящики с пометкой «Проект Олимп». А ты знаешь, что в них? Нет, но они у него. Мы его поймаем. Я знаю. Куда ты? Преподать кое-кому урок. Эй! Дыши. Отойди, или я тебя арестую. Мы должны работать вместе. Катись отсюда, к чертовой матери. Все это точно добром не кончится. Не могу поверить, что так облажался. Этот взгляд Юрия. Нужно найти Кувалду раньше, чем она. Но как? Ни одной зацепки. Может быть, попробовать записи переговоров? Надеюсь, там будут упоминания Кувалды или Маджии. А пока я жду, рвану в город. Посмотрю, что творят люди Кувалды. Всем постам. Идет перестрелка. Ответьте, прием. Происшествие на Музейной миле. Прием. Они используют технику Соболя. Спасибо, Кувалда. Этого не забудет. Когда я подвешиваю вас на паутине, внизу остается пара следов. Так, песочница закрывается. Паук думает, нам нужна помощь. Чёртов Гаджин! Я тебя разу с Рахтером!
Ого. Забавно, что люди Кувалды и люди Маджи под паутиной выглядят абсолютно одинаково. А что, эти улицы принадлежат Кувалду? Какие-то мелочные у вас планы, раз уж это зло. Ну, вы пытались. Я знал. Знал, что ты придешь. Спасибо, Человек-паук. Не волнуйся, полиция тебя подберет. Стоп, кажется, поиск что-то нашел. Повторяю, сообщается о выстрелах в заведении Кувалды, в безымянном баре. Свободным машинам выехать. Кто-то налетел на безымянный бар. Нужно успеть туда раньше полиции и выяснить все, что смогу. Внимание! Сообщается о снайперском огне в районе. Выдвигайтесь к музейной миле. Я вроде опередил полицию. Посмотрим, что тут творится. Кто это мог сделать? Юрий? Никогда не видел, чтобы Юрий так срывалась. Эй, а что это? Паука-бот! Ух ты! Не верится, что ты смог тут уцелеть, приятель. Это телефон? Винни звонит. Ну, привет. Джина, ты куда пропал? Девка-коп разгромила склад на третий. Девка-коп? Ванна, вата, набы, что ли? Все тут разнесла. Я отвожу своих ребят в больницу Милосердия, а потом еду к остальным подготовиться. Подготовиться? А что там у нас сегодня? Ты там что, башкой ударился, что ли? Большое шоу! Все должно быть четко. Так что давай собирайся и дуй, куда договорились. Большое шоу. Кувалда запланировал что-то особое для Донов. Надо выяснить, что. Лучше всего будет выследить этого Винни. Надо успеть в больницу вовремя. Когда Юри покидала участок, она сказала, что собирается преподать урок страха. Но дело даже не в этом, а в выражении ее лица в тот момент. Я часто видел такое у бандитов, но не у полицейских. Больница Милосердия. Так. Отслеживаю все телефоны, звонившие в последние 5 минут. Если наш друг Винни еще здесь, я смогу его вычислить. Надеюсь. Сигналы есть, но мне надо подойти ближе, чтобы сверить код Винни. Остается изолировать сигнал. Это не Винни. Вот бы это был Винни, вот бы он.
Не он. Продолжаем искать. Только бы Винни. Это не он. Черт. Кажется, этот подходит. Не то. Ну же, он должен быть еще тут. Чувствую себя шпионом. Причем не самым удачливым. Давай же, ну. Да, это он. Спасибо, Винни. Вот и Винни. Надо держаться рядом, но не слишком. Винни сказал, что у Кувалды на сегодня запланировано шоу. Сомневаюсь, что оно на Бродвее. Или на другой сцене. Или хоть в кружке самодеятельности в окрестностях Бродвея. Ну уже, Винни, давай. Ты последняя надежда. Садиться в машину. Это ты зря, Винни. Будет нехилый штраф за парковку. Кувалда затаился после того, как похитил остальных донов. Скорее всего, это связано с ними. Мне просто нужно выяснить, где Кувалда, и найти его раньше Юри. Боже, Винни. Я не собираюсь учить тебя водить, но ты бы хоть притворился, что соблюдаешь правила. Значит, где Винни встречается с остальными. Нужно послушать. Вдруг удастся разузнать еще что-то о большом шоу. Когда мы отправляемся на стройплощадку? Позже. Сейчас свет не тот. Любит он представление. Ладно, скажи, если встретишь Джина, а? Я сказал ему ехать сюда. Что бы сегодня ни случилось, это будет на одной из стройплощадок. Но на какой именно? У Кувалды их с полдюжины. Стой! А мы идем на восточную сторону или западную? На западную, осел. Ты чего? Да, да, прости. У меня беда с ушами. Самого бесит. Стройплощадка на западной стороне. Теплее, но все еще недостаточно. Надо продолжать слушать. Где там Джино? Он должен был заниматься цементом. Шоу начинается ровно в 9. Нельзя лажать. Я проверю мешалки. К 9 будут готовы. Обещаю. Начинают в 9. Уже что-то, но все еще нужно место. Я могу подслушивать, пока я не заметен.
показалось. Что это? Баиньки. Это паук! Эй, кто? Вздохни-ка, парень, я тебя подменю. Двигай к станции А на 34-й. Ветка G вообще не идет на Манхэттен. Ты что, дурак, что ли? Да перестань, я из Джерси все-таки. А на 34-й, ясно? Боже. Стройплощадка на 34-й. Это Хадсон Ярдс. Ясно. Кувалда что-то запланировал сегодня ночью в Хадсон Ярдс. Придется сделать так, чтобы эти парни потом не прибыли на подмогу. А вы так ничего и не поняли. С ними покончено. Похоже, что шоу будет сегодня. И что-то мне подсказывает, что оно закончится не хэппи-эндом. Ладно, пора на шоу. Надеюсь, я правильно одет. И почему Кувалда не может быть обычным мафиози? Управлять мусорной империей... Носить дешевые костюмы, есть спагетти и периодически пытаться мошенничать. Откуда у него такие непомерные амбиции? Наверное, все из-за пластины. Почему Кувалда не может быть обычным мафиози? Управлять мусорной империей, носить дешевые костюмы, есть спагетти и периодически пытаться мошенничать. Откуда у него такие непомерные амбиции? Наверное, все из-за пластины. Надеюсь, что все еще опережаю Юри. Если...
Дон и Маджи. Смотрите, кто пришел. Жук. Как раз к прямому эфиру. Эфиру? Добрый вечер, Нью-Йорк. Вы смотрите сегодняшнюю программу «Смена караула». Помните, когда честь и верность были не просто слова? Это цемент? Когда Маджио боялись и уважали. Так вот, сегодня эти дни вернутся. На помощь! На помощь! Хотелось бы отпраздновать вместе. Подождите, я скоро вернусь. Если не вырубить мешалку, Донов сольет цементом заживо. Выключил. Пока. Теперь не подпускать их к пульту. Надо убрать его от мешалки. Хочешь тоже этот цемент? Надеюсь, что опередил Юрий. Цемента пока немного. Пусть так и останется. Мешалка заглохла! Быстро к ней! Нет, ты им держаться подальше! Не могу пошевелить ногами! Если не выключу мешалку, то нам конец! Кувалда сверхчеловек! И теперь он захватит весь этот город! Быстро к мешалке! Порядок. Временный. Помогите! Кувалда еще сильнее, чем раньше. Ты медведь! Мешалка снова заработала. Кто-то заказывал банку консервов с полосатым полиэстером. Скоро Кувалда сделает весь... Цемент дом! Знаете, парни, мне будет куда проще вас поколотить, если вы бросите свои щиты! Залило наполовину, нужно поднажать! Он просто чашет! Черт, мешалка снова заработала! Все думают, что щиты это так круто, но на самом деле... Да не, правда круто. Хочешь что-то отнимать? Ладно, это уже показуха. Снова ковырятель. А сколько в нем подстаканников? Эй, как ты за мной? Ковырятели? Не нравится? Тогда сам и придумывай. Как насчет твоя смерть, а? Отлично. Нет, нет, нет. Мешалку закоротило, и теперь ее не отключить. Надо попробовать оплести саму мешалку паутиной и надеяться, что это сработает. Лучше убегай! Цемент ему... Держись! Держись! Надо будет добавить в рекламу паутины, задерживает цемент. Эй, как насчет помочь немного, а? Всем спокойно, мы вас оттуда вытащим. Скоро Кувалда... Полиция и Дона в безопасности. А теперь займемся мистером Плоскоголовым. Молодцом, Жук. Ты мне слегка испортил вечер, но я переживу. Таков уж мир ТВ.
Нравится? Проект Олимп в действии. Закончил, пока ты играл с донами. Так вот, что было на неделе моды в Париже. Ты уж меня извини, но что-то тебе этот цвет не идет. Я пытаюсь вдохнуть новую жизнь в мафию. Это долгосрочный процесс. И я долгосрочен. Твои детали, может, и на гарантии, но ты сам старье. Нет. Я просто знаю пару-тройку вещей о рекламе. Город больше не принимает Маджию всерьез. Не уважает. Но как только я разорву тебя, все изменится. Пора вернуться в славное прошлое. Я много голов проломил. Твоя самая крепкая. Нельзя тормозить. Твоя одержимость уважением вызвана тем, что ты не уверен в себе. Зато уверен, что откручу тебе башку. Не думаю, что это вообще кончится. Видали, когда он попробует атаковать? Все равно, что по стене, причем по стальной. Капитан Юрий, вот она, пришлет тебе привет. Эта истеричка не остановит. Я научу тебя уважать тех, кто сильнее. По-моему, этот урок нужен тебе. Теперь это мой город, Жук. Тебе тут не место. Мне кажется, ты слегка забегаешь вперед.
стоять! Вы арестованы! Выходит, превращать себя в нечто противоестественное было не самым умным решением, да? Помнишь, как я сказал, долгосрочный процесс. У старой Маджи и есть терпение. Мы знаем, как дождаться верного момента. Юрий? Нет, Юрий, не надо! Остановитесь! Ну и ну. Помнишь, в тот раз ты что-то говорил про страх? Каково тебе сейчас? Просто шикарно. Мне жаль Ватанабе, но хорошо, что сукин сын сдох. Думаешь, сдох?